Здравствуйте. Сейчас я вам покажу так называемое большое коктебельское стыдобище, которое в последнее время обсуждается в социальных сетях Крыма. Мы находимся на сайте поселка Коктебель. Здесь есть веб-камера. Я дам ссылку в описании под видео. Каждый сможет зайти и проверить. Сейчас 5 июня 2019 года, 18:24. Люди уже расходятся. А мы с вами обращаем внимание на вот эти вот фонари. Фонари идут вдоль всей очень длинной набережной Коктебеля. Дело в том, что на каждом из этих фонарей при Украине был белый плафон. При России плафонов нет. Ну что ж тут такого постыдного, спросите вы меня? Почему это называется большое коктебельское стыдобище? А дело в том, что российские патриоты заметили, что без плафона верхушка фонаря представляет собой трезубец, украинский герб. Это совершенно неприемлемо. Полный пипец. Вы идете по набережной. Набережная – это лицо города. И через каждые 10 метров на вас смотрит украинский герб. Как известно, в России разворовывается порядка 90% денег, которые на что-либо выделены. Но в Крыму, похоже, эта цифра доходит до 100%. Потому что выделяются сотни миллиардов денег налогоплательщиков, эти сотни миллиардов бухиваются в Крым, но не хватает денег даже на плафоны. В сети, конечно же, полно роликов про то, как в Крыму все похабно делается, как проваливается плитка, проваливаются дороги еще до сдачи в эксплуатацию. Но здесь, как видим, не оказалось денег даже на плафоны. Пожалуйста, любуемся на трезубце.